Пришли просто за продуктами, все. Вот хочу. Все хочешь, и это хочешь. Все, все, больше не хочу. Все, я и это хочу. Ребят, вы меня часто спрашиваете, продолжаю ли я удалять татуировки. Да, к сожалению, не так часто, как мне хотелось бы, потому что в суете дел все-таки забываю это делать. Да, и перерыв между удалениями должен быть месяц-полтора, но я это продолжаю делать. У меня всего 3 татуировки, и 2 из них я начала уже удалять. Насчет 3-й я пока что думаю, насчет вот этой вот. А также у меня есть 2, одна на шее, другая на спине. Почему я решила удалять татуировки, я уже рассказывала, потому что я их сделала по молодости, по глупости, когда мне было, первую сделала в 16, другую в 21. И просто сейчас, спустя время, я поняла, что я хочу, чтобы мое тело было чистым. Я не хочу иметь никаких рисунков на своем теле, потому что, ну, по эстетике... Самые распространенные вопросы про удаление тату – это остаются ли шрамы, больно, не больно, и сколько сеансов нужно, чтобы полностью удалить тату. Ну, первое – это больно, это очень больно, больнее даже, чем набивать, хотя болевой порог у каждого человека разный, и это может быть по-разному. Остаются ли шрамы? Нет, не остаются. Единственное, если вам уже со шрамом набили татуировку, оставили, да, какие-то шрамы, тогда, естественно, они останутся, никуда не денутся. Если очень едкий пигмент и цветной, тогда, возможно, тоже что-то останется. Ну, а так не должно оставаться вообще ничего, как будто татуировки и не было. Сколько сеансов, тоже зависит от того, насколько едкий пигмент и насколько большая татуировка. Мне на одну осталось 5 сеансов, на другую 10. Вот и считайте, месяц-полтора еще перерыв между ними. Роберт только что узнал, что его имя набито вот здесь. И он мне говорит, чтобы я не удаляла эту татуировку. Почему? Ну, потому что мне она нравится. Что вы думаете, удалять или нет? Я пока не начинала ее еще удалять. Другие удаляю, ее нет. Давайте проголосуем. Удалять или оставить? Нет, оставить. Оставить. Я не люблю такое. Ты не пробовал. Я не люблю. Попробуй. Gucci flip flops, fucky hitch. Thank you.
хочу, чтоб ты почувствовал, каково это круг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это вокруг людей. Ha 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 ha